да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его, как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. 67-й Псалом Давида. Третьего апреля 1631 года, в один из последних дней Великого Поста, звонил колокол собора святого Павла в Лондоне. Звонил по его настоятелю, отцу Джону Дону. Мало кто из собравшихся знал, что хоронят одного из самых лучших поэтов Англии. Он почти не публиковал свои стихи, да и не писал их в последнее время, сказав как-то, что сменил любовницу своей молодости поэзию на жену своей старости теологию. Зато все знали, что в лице Дона умер лучший в Англии проповедник, король всемирной монархии ума. В первую пятницу того поста в Уайтхолле Дон прочитал свою последнюю проповедь перед королевской семьей. Когда он поднялся на кафедру, люди не могли поверить, что этот живой скелет сможет заговорить. Он был уже настолько слаб, что друзья умоляли его нарушить ежегодные обычаи. Но он отвечал: «Бог даст мне силы для такого дела». И вот слабым голосом, почти шепотом, не сдерживая слез, он произнес речь, которую назвал «Дуэлью со смертью» или «Во власти Господа Вседержителя врата смерти». Он никогда не писал текст, лишь конспект, считая, что только в эту минуту и только для этой аудитории Бог дает ему вдохновение и слова, которые нужны здесь и сейчас. Так и в этот последний раз его вид и голос в сочетании с темой произвели колоссальное впечатление на всех присутствующих. После смерти доктора Дона Карл I повелел опубликовать эту проповедь и назвать ее надгробным словом автора самому себе. Строения стоят на земле благодаря своим фундаментам, которые не позволяют им оседать. Опоры не позволяют им наклоняться в сторону. Балки предохраняют их от трещин. Тело нашего строения в первой части стиха «Бог для нас – Бог во спасение». Но фундамент, брусья и стропила во второй. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Фундамент прежде всего в том, что в Его власти дать нам выход – даже когда мы брошены в зубы к смерти и кустам воронки нашей могилы. И в таком прочтении врата смерти – это освобождение от смерти. Джон Дон. «Во-вторых, — говорил он, — опоры воздвигнуты тем, кто есть наш Бог. Это значит, Богу, а не человеку, принадлежит произвести суд над нами, и пути, которыми мы покидаем эту жизнь, в Его руках. Будет ли переселение отсюда подготовленным или внезапным, насильственным или естественным, в сознании или же в уме, сметенным болезнью? В этом смысле освобождение не в том, что Он избавит нас от умирания.
Он позаботится о нас в час смерти. Наконец, балки. Вот они. Господь, соединив и связав в одной божественную природу и человеческую, не мог ни покинуть этот мир, ни вернуться к своей славе, кроме как через смерть. В этом смысле врата смерти – это освобождение через смерть самого Господа нашего Иисуса Христа. «Я видел, слышал и цепенел», – пишет очевидец, когда Дон облегчал сердца величавой дивностью речи. Молча ловит слова, про себя повторяют, а проповедник, уже изменив и форму, и способы речи, стал говорить о печальных вещах. Только и видно, как жалобно стонут, трясутся в рыданиях. Отец наш Небесный так пожелал изложить предреченное для потрясенных, чтобы запомнили голос знакомый, чтобы от слышанных слов о суде поникли бы толпы в час, когда он говорит и царит на высоком Амвоне. Последний вечный день восславлю я, встречая сына, солнечный восход, и плоть мою омоет и прожжет его скорбей багряная струя. Вот он вознесся, далека земля, вот он, лучась, по облакам идет. Достиг он первым горних тех высот, где и для нас готова колея. Ты, небеса, расторг, могучий овен, ты, агнец, путь мой кровью оросил. Ты свет моей стезе, и путь мой ровен, ты гнев свой правый кровью угасил. И если муза шла твоим путем, прими венок сонетов, он сплетен. Джон Донн, Вознесение. Блестящий молодой кавалер, жадный до развлечений, но не беспутных, а вполне благопристойных, таким его видело общество, большой поклонник дам, заядлый театрал и автор весьма изощренных стихов, Донн происходил из семьи католиков. Его прадедом был Томас Мор, обезглавленный за веру. Дядя руководил иезуитской миссией и при Елизавете был выслан из страны в тюрьму за то, что он укрыл католического священника, был заточен и умер там во время чумы родной брат Джона. И сам Донн, хоть и был далек от религиозного рвения родных, как католик не смог получить диплом ни в Кембридже, ни в Оксфорде и поступил в адвокатскую школу Линкольнс-Инн, где скоро стал мастером карнавала, то есть устроителем святочных представлений, всевозможных шутовских процессий, розыгрышей, от которых он, впрочем, быстро устал. «Чтобы меня не подтолкнуло в путь, — пишет Джон другу, — любовь или надежда утонуть, прогнивший век, досада, пресыщение или попросту мираж обогащения уже не важно. Будь ты здесь храбрец или жалкий трус, тебе один конец». Как человек, однако, измельчал. В душе ни сил, ни чувств. Но что я лгу, бессилие-то я чувствовать могу. В 1596-м в качестве джентльмена-волонтера Донн завербовался в команду сорвиголов графа Эссекса и сходил с ним в два, по сути, пиратских похода на испанские владения. Сперва удачно на порт Кадис, а потом к Азорским островам, где фаворита королевы ждал провал. Как выстрел хлопнул под напором шквала наш грот. И то, что я считал сначала болтанкой скверной, стало в полчаса свирепым штормом, рвущим труса. Свист, рев и грохот окружали нас. Но в этом шуме только грома глаз был внятен. Ливень лил с такой силой, как будто дамбу в небесах размыло. Иные, в койке повалясь ничком, судьбу молили только об одном, чтоб смерть скорее их муки прекратила. Или, как несчастный грешник из могилы, трубою призванный на Божий суд, дрожа высовывались из кают. Перед подобным штормом, без сомнения, ад — легкомысленное заведение. Смерть — просто эля крепкого глоток, а уж Бермуды — райский уголок. Мрак заявляет право первородства на мир и утверждает превосходство, свет в небеса изгнав.
и с этих пор быть хаосом вселенной приговор. Покуда Бог не изречет другого, ни звезд, ни солнца не видать нам снова. Прощай, от этой качки так мутит, что и к стихам теряешь аппетит. Шторм. Первое послание еще полно задора. Флот потрепанной бури вернулся в Англию, и, конечно, это было не самым добрым предзнаменованием, но все же впереди был бой с испанцами. Второе письмо Дона значительно хуже. Улегся гнев стихий, и вот мы снова в плену у Штиля, увольня тупого. Шторм отшумит и стихнет обессиля. Но где, скажите, угомон для Штиля? Но кто бы этого подвоха ждал? Мечтать на море, чтобы дунул шквал. Не то же ль самое, что домогаться в аду жары на полюсе прохладца? Эпилог этой «Одиссеи» до нас не дошел. А может, его и не было. Последние елизаветинские годы были мрачными. Эссекс, впав после поражения в немилость, поднял восстание и был казнен. Шекспир открыл Гамлетом ряд трагедий. Дон стал писать сатирическую поэму на королеву. И неизвестно, что было бы, если бы он ее закончил. По тем или иным причинам Джон не спешил к родным берегам. Он поплыл в Италию, потом в Испанию, изучая их языки заодно с древнееврейским и греческим. В этих странствиях вчерашний легкомысленный грешник в его песнях уступает место человеку, который испытывает сомнения в себе и в своих силах. О Боже, всеми на меня правами владеешь Ты, сперва меня создав, потом погибнуть до конца не дав, мой грех своими искупив скорбями, как сына осияв меня лучами и как слуге за все труды воздав. Я жил в Тебе, Твой образ не предав, и жил во мне Твой дух, как в неком храме. Но как же завладел мной сатана, как взял разбоем данное Тобой? Встань, защити меня и ринься в бой. Моя душа отчаяния полна. Ты не избрал меня, иных любя, а враг не отпускает от себя. Джон Дон. Священные сонеты. Вернувшись в Англию, он пошел секретарем к лорду-хранителю королевской печати, сэру Томасу Эджертону. Такому влиятельному, что сам Джон стал депутатом парламента. Но ненадолго. Он влюбился в племянницу своего сановника Анну. Не рассчитывая на понимание, в декабре 1601 года молодые венчались тайно. Когда тайна раскрылась, дядя без особого труда добился заточения своего новоявленного родственника за совращение невинной и попытался аннулировать брак. Но тут его могуществу был положен предел. Суд признал женитьбу Дона законной, и его выпустили. Кто-то из родных Анны сжалился и предоставил им дом в деревне. Но службы там было не найти, и в доме завелась нужда. А семья с каждым годом возрастала, зато и любовь с каждым годом становилась все сильнее. Да где же раньше были мы с тобой? Сосали грудь, качались в колыбели. Мы спали до сих пор. Очнулись наши души лишь теперь. Очнулись и застыли в ожидании. Любовь на ключ замкнула нашу дверь, коморку превращая в мироздание. Кто хочет, пусть плывет на край земли. А мы свои миры друг в друге обрели. Однажды Джону пришлось отлучиться в Париж, и там ему было ужасное видение. Моя жена, простоволосая, с мертвым младенцем на руках, дважды прошла из угла в угол комнаты. Во второй раз она остановилась и посмотрела мне в глаза, а потом растаяла. В это самое время в Англии, как оказалось позднее, госпожа Дон родила мертвого ребенка и сама едва осталась жива. Как праведники в смертный час торопятся шепнуть душе «ступай» и не спускают глаз друзья с них, говоря «уже» или «нет еще», так в скорбный миг и мы не обнажим страстей, чтоб встречи не принизил лик свидетеля разлуки сей.
Землетрясение взор страшит, ввергает в темноту умы. Когда ж небесный свод дрожит, беспечны и спокойны мы. Так и любовь земных сердец, ей не принять, не побороть отсутствие. Оно конец всего, к чему взывает плоть. Но мы, любящие столь утончены, что наших чувств не в силах потревожить боль и скорбь разъединенных уст, простимся, ибо мы одно. Двух наших душ не расчленить, как слиток драгоценный, но отъезд мой их растянет в нить. Как циркуля игла дрожа, те будет озирать края, не двигаясь твоя душа, где движется душа моя. Но если ты всегда тверда, там, в центре, то должна вернуть меня с моих кругов туда, откуда я пустился в путь. «Прощание, запрещающее грусть» — так он назвал эти стихи, которые подарил Анне перед отъездом. Смерть малыша заставила его выйти из счастливой каморки. Он постоянно искал работу, но все попытки ее получить были безуспешны. Приходилось принимать помощь от покровителей. Он доходил до отчаяния и однажды написал книгу, где доказывал возможность самоубийства. «Быть или не быть достойной, смиряться под ударами судьбы, когда так просто сводят все концы удар кинжала», был для него не праздный вопрос. «Весь этот мир, — говорит Дон в последней проповеди, — это только всеобщий погост, братская могила. Рождение умирает в детстве, и детство умирает в юности, и юность, и оставшийся возраст умирают в свой черед, и сам возраст тоже умирает, решая все. И столько смертельных бедствий сопровождают каждую часть этой жизни, что Иеремия и Иов не желали родиться совсем». Насколько же хуже смерти эта жизнь, которую столько праведных людей готовы были променять на смерть. Но все же во власти Господа Вседержителя врата смерти. И вслед за Иовом и за Иеремией я не могу сомневаться в избавлении. Смиренная душа, только смиренная душа, душа верующая, предает себя Божьему промыслу и его обетованию. Но при этом она предает себя тому промыслу и тем обетованиям, которые он объявил и открыл нам, а не тем, которые мы замыслили внутри себя и представляем себе, хотя бы и на основе некоторого правдоподобия. Джон Доу. 5 ноября 1605 года, когда Яков I должен был обратиться к обеим палатам с ежегодной тронной речью, группа католиков, недовольных своим положением, решила взорвать парламент. Заговорщики смогли взять в аренду комнату, находившуюся прямо под залом заседаний палаты лордов, и заложить там 36 бочонков с порохом. Их хватило бы, чтобы снести все здание целиком. Заговор был раскрыт анонимным письмом. В ночь на 5-е подвал обыскали и нашли там взрывчатку вместе с подрывником. Его пытали, он назвал сообщников. Суд обвинил их в государственной измене, и 30 января уже была казнь. Казнь была лютой. Во дворе собора святого Павла мятежников сначала вешали, но, не дав им умереть, вытаскивали из петли и вспарывали им животы. Так удавился Иуда. А когда не зринулся, говорится в Священном Писании, расселось чрево его и выпали все внутренности его. Прошло несколько лет, и Джон Донн опубликовал работу, которая называлась «Псевдомученик», где он отстаивал правомерность присяги на верность короне, которую вменили католикам после порохового заговора. Эту статью прочитал король Яков и попросил друзей и покровителей Дона не искать ему больше светских должностей. «Я знаю, — говорил король, — что господин Дон ученый человек, и он мог бы стать хорошим большим проповедником. Я желаю видеть его таковым, и на этом пути я не откажу ему ни в чем». Иными словами, ему предлагалось поменять веру на карьеру. Историки гадают, почему, но после долгих терзаний
он это сделал. Я весь борение, на беду мою непостоянство постоянным стало. Не раз душа от веры отступала, и клятву дав, я часто предаю. То изменяю тем, кого люблю, то вновь грешу, хоть каялся сначала. То молится душа, то замолчала, то все, то ничего, то жар терплю, то хлад. Вчера взглянуть на небосвод не смел, сегодня угождаю Богу, а завтра задрожу пред карой строгой. То набожность нахлынет, то уйдет, как в лихорадке жар и приступ дрожи. Все ж лучшие из дней, дни страха Божия. Священные сонеты. Еще несколько лет после предложения короля Джон искал способ послужить людям, но никто не решался гневить Якова. Анна успокаивала его тем, что церковь Англии все же очень близка к римской. Она и католическая, и в то же время священник тут может иметь жену. А скольким душам Джон мог бы принести пользу своим талантам, светом своих знаний? Но Дон все равно считал свой переход изменой и страшным грехом всей своей жизни. С углов земли, хотя она кругла, трубите, ангелы, восстань, восстань из мертвых, душ неисчислимый стан. Спешите, души, в прежние тела. Кто утонул и кто сгорел дотла, кого война, суд, голод, мор, тиран или страх убил, кто Богом осиян, кого вовек не скроет смерть и мгла. Пусть спят они, мне ж горше всех рыдать, дай Боже над виной моей кромешной. Там поздно уповать на благодать. Благоволишь меня всей жизни грешной раскаянию всечасно получать. Ведь кровь твоя — прощение печать. В 1614 году Джон принял священный сан английской церкви. Яков сделал его королевским капелланом и поставил на почетнейшее место профессора богословия в той самой корпорации адвокатов, которую Дон в молодости развлекал своими постановками. Голодные годы прошли, но Анна так толком и не успела порадоваться. В августе 17-го она родила их 12-го по счету и 2-го мертвого малыша. А еще через 5 дней умерла сама. Когда я с ней, с моим бесценным кладом, расстался и ее похитил рок, то для меня настал прозренье срок. Я в небо глядя с ней мечтал быть рядом, искал ее и встретился там взглядом с тобою, ибо ты любви исток. И новой страстью ты меня завлек. Я вновь охвачен жаждой и гладом. О, сколь же ты в любви своей велик! С ее душой ты вновь мою связуешь, и все ж меня ревнуешь каждый миг. Ко всем и даже к ангелам ревнуешь. И хочешь, чтоб душа была верна тебе, хоть манит мир и сатана. В эти дни он писал книгу священных сонетов, полную смятения, раскаяния, отчаяния, но и любви, и надежды. Король позаботился о том, чтобы Кембридж присвоил Джону степень доктора, когда и это не помогло, отправил его на 3 года в Германию, а потом дал ему одну из самых важных церковных должностей – декана собора святого Павла. «Когда я иду, – сказал наконец Джон, – исполнив свой общественный долг, который состоит в хвале Господу и молитве к Нему, я полон неизъяснимым спокойствием духа и готовностью покинуть этот мир». Джон Дон умирал в сознании. Последние слова его были: «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя». Он быстро повторил это несколько раз. Затем способность говорить оставила его. Он глядел пристально перед собой, ожидая что-то увидеть. И, увидев, закрыл глаза. Затем он сложил руки и принял такое положение, что осталось только завернуть его в саван. Латинская эпитафия, составленная им самим, гласит:
во власти Господа Вседержителя врата смерти. Из воспоминаний очевидца и первого биографа Дона Исаака Уолтона.